Столица Гагаузии и муниципии Камрад впервые состоялись тренировочные сборы по боксу, в которых участвовали 4 страны – Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова и АТО Гагаузия. В муниципии Камрад с 21 по 29 июня впервые проводятся учебно-тренировочные сборы по боксу, в которых принимают участие сборные Узбекистана, Казахстана, Украины и Молдовы, в том числе и боксеры из гагаузской автономии. Первый раз Гагаузия принимает у себя таких титулованных боксеров. Многие из них мастера спорта и чемпионы в своих весовых категориях. В прошлом году мастера спорта выполнил в Украине на международном турнире. Был в сборной вторым номером Украины перед чемпионатом Европы. Я уже занимаюсь 5 лет боксом. В течение этого времени я выиграл 2 раза Молдову. Один раз вторым стал и один раз третьим. Такие учебно-тренировочные сборы проводятся у боксеров часто. Основная их цель не победа, а сам процесс. Спортсмены, которые уже чего-то добились и имеют неплохой опыт в этом виде спорта, в совместных спаррингах учатся друг у друга чему-то новому, ведь каждый спортсмен индивидуален, и у каждого есть свои приемы и хитрости. Турнир очень сильный, и противник тоже очень сильный, с такой стороны Узбекистан. Мастер спорта, но я чуть был сильнее, и я одолел его. Никогда соперник, как бы, нельзя ниже себя ставить, все на одном уровне. А так бой был тяжелый. Я уже был много раз на подобных сборах. И я скажу, ну какая-то сбора здесь проводится впервые. У нас в Украине чуть почаще, уже уровень побольше. Но я думаю, ничем не уступает, как для первого раза. Вообще нормально очень. Положительный момент подобных тренировочных сборов отмечают и тренеры. Они считают, что такие сборы должны проводиться чаще, так как это большой обмен опытом не только между ребятами, но и между тренерами. Нам понравился здесь, как работают тренера, организаторы, местные боксеры, камрадские боксеры. Уровень, мировой уровень все. Молодцы. Мне очень понравился. После вот этого такой сбора можно, вот все боксеры, мальчики растут на еще один голову. Наши боксеры только начинают успешно выступать на международных турнирах. Очень приятно, хочу поздравить всю Молдавию. Вячеслав Гажан стал чемпионом Европы по боксу. Вот благодаря таких сборов, таких спаррингах и растут боксеры, закаляются. Только так можем добиваться успеха. И вот первый успех. Сразу после сборов боксеры планируют выехать в Украину, где примут участие в международных турнирах по боксу класса А и Б, которые пройдут в Одессе и Мариуполе.